Дорогие мои женщины, еще раз от всей души поздравляю вас с Международным женским днем. Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, чудесными моментами, теплотой, душевностью, любовью. Спешу вам сообщить, что 10 марта на площадке «Сделано в СССР» пройдет аукцион, в котором принять участие смогут только женщины. Это подарок от Валерия Анатольевича. Звезды на небе, звезды на море. Добрый день, дорогие друзья, любители винтажа и антиквариата. Сегодня мы на площадке «Сделано в СССР». Это конец февраля, и сегодня здесь скидки. Ну, я решила ничего не пропускать, и то, что я пропустила, я все равно вам показываю. Итак, сегодня скидки. По 2000 кувшин, ваза. И вот такое замечательное. Так, это у нас штоф, да, по-моему, штоф. И вот штоф. Снежная королева. Ваза такая красивая. Две тысячи ваза. Красота. Все по 2000. Так, а это что у нас? А можете приподнять, посмотреть? Донышко, клеймо. Ну, просто я вас прошу. А что это? Гжель. Ух ты, какая гжель красивая, большая. Спасибо. Значит, сегодня по 1200, друзья. А посмотрим, что у нас по 1200. О, такой красивый чайник. Красота. Детский наборчик, вот такой знаменитый, не знаю, не помню, это Дулёва, что ли, ну такой знаменитый какой-то, сейчас посмотрим, не написано, вот, вазы, Чехословакия, посмотрите, какое стекло, спасибо. Очень красивые чайнички, тройки чайные, скорее даже кофейные по 1500, да, тарелка безумно красивая, графин, огромный гжелевский чайник, 1000, значит, сегодня все по 800. Вот эта супница великолепная. ЛФЗ. Знаменитые пары. Их много можно набрать. Вот такой интересный. По 800 рублей сегодня. Вазочка такая очень красивая на ножке. А это все по 1000? Нет, сегодня по 800. А, нет, я имею в виду просто стол, все по 1000. Да. Бокалы. Посмотрите, какой штоф. Ох, какая красота. Рюмочки. Ой, такая парочка целующаяся. Вот эта конфетница очень такая красивая, удобная. Вот это, по-моему, наш гусь хрустальный, мне кажется. Штоф тоже красивый. Вот посмотрим весь стол, что же здесь еще у нас. Ой, посмотрите, какой графин хрустальный. Господи, он даже сейчас весь светится. Чайная пара Дулёва. Какие графины. А вот смотрите, наша слива, да, любимая.
это красивая тарелка. Это кто у нас? Немцы? Нет, чехословаки. Очень красивые тарелочки. Это, по-моему, Конаково. Всего 800 рублей. Зеркало старинное, но оно уже даже прям не видно вам ничего. Тоже штоф. О, какой красавчик. Вот, посмотрите, как сейчас модно из керамики с листьями и кувшин. Так, и мы плавно переходим на стол, где все по 600, а сегодня по 400. Замечательная масленка. Или, может быть, для сыра. Такая красота у нас. Ой, посмотрите, от сервиза колосок на синем фоне. Тарелочки. Причем нескольких видов пюре. Совсем маленькие, пирожковые, десертные, большие, глубокие. В общем, можно набрать. Набрать можно все, что хочешь. Так, колосок этот у нас чей? Уже не видно. Ну. Так, это мы видели с вами. Что мы еще с вами не видели? По 400 рублей еще вот такая вот красота. Кстати, ЛФЗ молочник. Ой, да. Хорош. Тоже какая красивая. Бокал, не бокал, но можно использовать как подсвечник. Не знаю. Ой, какая сахарница. Чудесная. Тоже дружка. Так. Нет. Горошек, еще много посуды. Друзья, мы плавно переместились, где все по 100 рублей. Все по 100 рублей, все по 100 рублей. Такая вот красота. И вот это тоже по 100 рублей. Керамика. Так. По 100 рублей. Тарелки стеклянные. Не знаю. Можно, конечно, брать, но не в следующий раз. А вот какая-то чайная. Дулёвая. Посмотрите, какая красивая. Без блюдечек, но очень красивая. Вот, прелесть. Так, что у нас еще? Очень много розеточек. И розеточки хорошие. И такие вот большие. Маленькая. А маленькую я, наверное, возьму. А вот смотрите, для Пасхи. По 100 рублей такая веселенькая. И к ней вот такой молочник тоже веселый. Так, ну я подумаю.
О, чашку нашла. К чайнику, который я выбрала. Это я уже снимала, друзья. Какое блюдо. Да, друзья, ну что ж, здесь у нас все по 800. Какие красивые. Так, это я уже снимала. Здесь сегодня все по 400. Какой очишник красивый. Ох, какая чайная пара. По 400. Розы блюдца. Довбыш. Чайная пара. По 400. Здесь все по 400. Все по 400. Такой чайник интересный. Все по 400. Смотрите, я нашла здесь два блюдечка. У меня же такие пары, помните? Я купила последнюю пару. И вот смотрите, что значит ручная роспись. Вот видите, здесь листочек такой, а вот здесь листочек уже другой. Да? Вот какие вам больше нравятся блюдечки? Я возьму сейчас такое блюдечко. Прелесть какая. Так, это все по 100 рублей здесь, да? Да, по 100 рублей, значит, сегодня по 50. По 50. А это уже по 100 у нас. По 100 рублей тарелочки. Это большая тарелка по 100 рублей. Коростень. Кстати, в отличном состоянии. В отличном состоянии. Позолота. Все нормально стояло. Видно, праздничный сервиз был. Очень красивый. А вот купили какие. Видите?
А вот это что такое? Подсвечники, что ли, такие кобальтовые, красивые. А, это для яиц подставки, друзья. Это перед Пасхой. Вот такие прелестные синие кобальтовые. Да, прелесть. И сегодня это по 100 рублей, видите? 200, но сегодня по 100. Такой набор красивый. А может быть, это еще один? А, другой, там у него такая, по-моему, ножка. Нет, а этот сколько сегодня стоит? 800, значит, 600. 600. А там купили за сколько? Не помню. Ну, кстати, очень похож. И шикарный. Похож, да. Вот посмотрите, вот за сколько вот этот бокал ушел? Такой. Это не вы покупали? Нет, не я. Я большой купила. За 450 или за 500? Ну, он здесь 600 стоит. Да. Мария, кофе будете? Ой, хорошие, я какие пошла. У вас это кофейники, да, выиграли. Что? Ну, в том смысле выиграли, купили. Вот это ваза, шикарное молочное стекло. А сколько стоит это молочное стекло? Она сейчас 600. 600. И вот это, слушайте, за 600 рублей, но она прям по 100. Да. Вот эту штуку по 100 рублей. Это 400. Ну, по 400 рублей. Но, а такая огромная ваза. Да. Дорогие друзья, спасибо, что вы со мной. Я очень этому рада. Не всегда успеваю отвечать на ваши комментарии, но читаю я их обязательно и прислушиваюсь к ним тоже. Так что, друзья, до скорой встречи. А встретимся мы буквально завтра на аукционе. Всего вам самого замечательного. Мира в душе и мирного неба над головой.